Это огромный каменный арочный трехпролетный железнодорожный мост. Можно представить, как по нему несется паровоз, а в одном из вагончиков сидит юный волшебник. И это не Шотландия, где снималась сцена знаменитого фильма, ни Альпы, ни Байкала, ни Карпаты, ни провазные леса и болота, растянувшиеся на много километров, до полуживые деревушки Новгородской области. Русская равнина – вот что окружает никому неизвестную заброшенную железную дорогу, на которой сохранились уникальные мосты и другие инженерные сооружения.